Христос обращает внимание, кто примет одно такое дитя, хотя бы одно, тот принимает Меня, Иисуса Христа, в свою семью, Иисуса Христа в свою жизнь. И дальше говорит, кто принимает Меня, тот не Меня принимает, но пославшего Меня, то есть Бога Отца. Насколько это велико! Когда я начал вот обращать внимание на этот стих, для меня рождение детей, принятие деток в нашей семье приобрело намного богаче и больше смысл, потому что я стал в этом видеть Бога. Я стал понимать, что с рождением ребенка в мою семью ко мне приходит в мой дом Иисус Христос и Отец Небесный. Когда детки рождаются в семью, это наследие от Господа. В этом участвует сам Бог. Их посылает в наши семьи Бог. Я знаю одну семью, где, когда муж и жена узнавали о следующей беременности, то муж приходил в восторг. Он настолько радовался. И жена его говорит: это мне придавало силы, это мне придавало вдохновение для того, чтобы носить этого ребенка, эту беременность проходить и рождать его. Но есть семьи, которые, узнавая о беременности, реагируют печально, реагируют негативно, воспринимают это как страдание и бремя, которое ложится на их спину, ложится на их семью. Еще один род, который нужно кормить. Еще один человек, которого нужно одевать. Еще один характер, который нужно ломать. И так далее, и так далее. Но это не угодно Богу. Это восприятие, оно, во-первых, самих родителей калечит, во-вторых, калечит ребенка, который еще не родился, который еще развивается. Братья мои и сестры, я сегодня обращаю внимание на отношение наше к рождению деток. Это дар от Господа. Это Бог приходит в семью. И чем больше детей вокруг нас, тем больше присутствие Бога в нашей семье –